Ребята, всем привет! Мы уже вовсю готовимся к Новому году, как видите, и очень хотим порадовать вас хорошим настроением, поэтому у нас сегодня супер сложный челлендж и опасный для всего, что вокруг нас. Челлендж «Цветная дженга» со стаканчиками, в которых находится вода. В общем, вы сами поняли, потому что этот челлендж сейчас набирает очень большую популярность. И мы тоже не отстаем и сейчас в него поиграем. Чтобы начать играть дженгу, нам нужно понять, кто первый начнет вытаскивать свой стаканчик. И в этом нам поможет колесо фортуны, в котором указаны наши имена. Сейчас мы крутанем и посмотрим, кто будет первый. Та-та-та-дам, та-дам. Кто же первый? И это мама. Ох, первое вытаскиваю я. И какой цвет я вытащу, тоже решит колесо фортуны. Очень страшно, но я надеюсь, это будет зелененький, потому что он самый легкий, и от него вроде бы ничего не зависит. Я не буду смотреть, пусть первый увидит наши подписчики, какой цвет попадется. Мне так страшно. Пожалуйста, пожалуйста, зеленый, зеленый, зеленый. Какой? Зеленый, представляете? Какой же вытащить, от которого точно ничего не зависит? Наверное, выберу вот этот. Та-да-дам, та-дам. Первый стаканчик уходит у нас со стола. А я передаю сейчас право следующему игроку. И кто будет следующий, опять решит у нас колесо фортуны. Дима или Диана? Дима или Диана сейчас решит колесо фортуны. Давай, Дима, колесо. Пожалуйста. Ты-т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 ы-
Крути! Какой же? Ну, синий! Очень опасный уровень! Мам, мне страшно. Давай, я в тебя верю. Ладно, вот это. Аккуратно! Как страшно, мне тоже. Нам нужно было дождевики одеть, чтобы точно не было страшно. Со скрипом, но идет. Все. Yes, у нас получилось. Диан, теперь твоя очередь. Фух, мы с Димасом справились очень хорошо. А вот как справится Диана, сейчас мы посмотрим. И колесо фортуны нам скажет, какой цвет она будет вытягивать из этой конструкции. И, кстати, не переключайтесь никуда, оставайтесь с нами до конца, потому что в конце тот игрок, на котором все рухнуло, выполнит очень-очень страшное задание. Так, какой же цвет на этот раз? Зеленый! А какой достаешь? Ну, в общем, от ее выбора сейчас, в принципе, ничего не зависит. Мы с легкостью убираем стаканчик на тот столик. И сейчас будет моя очередь. Как же мне страшно. Напомню, красный — это самый-самый жесткий уровень. Я надеюсь, что он вообще обойдет меня стороной. Это пол скользкий. В смысле? Я вообще ничего говорить не буду. Как только я сказала зеленый, мне выпал зеленый. Как только я сказала красный, мне выпал красный. Да, этот дженга очень сложная игра. Здесь нужно еще распределить правильно вес, чтобы ничего не грохнулось. Поэтому я думаю, что я возьму с этой стороны. И надеюсь, ничего не упадет. Давай. Так. Красный стаканчик у меня. И значит, у меня все получилось, и я не проиграла. Надеюсь, мне попадется либо зеленый, либо желтый. Я надеюсь, что тебе попадется тоже красный. Давай. Синий! Так, если тут и есть, то значит вот тут. А, ну какой красный хотел взять. Так, бери. Фух, yes, получилось. Поздравляю тебя с непроигрышем. Посмотрим, что за цвет выпадет. Так. Синий. Опять синий, что-то нам не очень везет на синий цвет. Тебе страшно? Да. Не бойся, мы с тобой. Мне кажется, все дрожит здесь. Просто желтый сейчас с ума сойдет. Диан, вот ты нам задачку, конечно, здесь прибавила.
Здесь просто этаж синего свободен, и желтый держит на себе всю конструкцию. Это очень опасно и страшно. Надеюсь, мне попадет желтый, чтобы облегчить этот этаж. Вот теперь посмотрите, пожалуйста, на стол, на котором стоит стаканчик, который мы уже вытянули. Здесь нет ни одного желтого цвета. Я считаю, я сейчас это должна исправить. И раз мой телефончик меня слушает, я сейчас ему прям заклинаю желтый цвет. Мы освободим этаж. Чтобы мама попался зеленый. Нет, надеюсь, желтый, пожалуйста. Зеленый. В этот раз удача, Диана, на твоей стороне. У меня правда зеленый цвет. Я не понимаю вообще, у меня мозг взрывается. Где что выбрать? Мам, да. Вот тут, мам. Сейчас, подождите. Вот здесь у нас есть. Да, возьму вот этот стаканчик. Вроде даже ничего не пошатнулось. Я тебя сломаю, если ее попадется желтый. Во-первых, это мой телефон, не нужно ему угрожать. Во-вторых, крути давай быстрее, чтобы мы уже не ожидали. Желтый, пожалуйста, желтый. Желтый, пожалуйста. Зеленый. Дим, бери этот. Легче. Вообще зеленый можно, мне кажется, брать потихонечку и весь забирать, потому что ему вообще нормально и кайфово. Надеюсь, что попадется желтый. Желтый хочешь? Давай, крути. Желтый. Синий. У нас что, желтый сломался? Синий, вы представляете? Синий просто сегодня... Он страдает, он сегодня точно пострадает. Какой вы думаете? Я думаю, вот этот. Да. Мы обошли со стороны, с другой, где пока еще немного брали стаканчиков. Диан, пожалуйста, я тебя очень прошу. Аккуратно. Вы бы слышали просто, как сейчас билось мое сердце. Оно у меня щипилось. Дима отошел уже от стола, потому что ему страшно за каждое мгновение, которое мы здесь вокруг ходим. А я кручу и надеюсь, что мне попадется желтый. Желтый. Красный. Вот. Я в ней играю. Так, я очень уже страшно. Игры. Дима уже где-то там, за горизонтом. Да, тут нужно быть еще аккуратным, потому что мы будем мокрые, как курицы. Так. Надо было дождевик взять. Фу, какой же взять? Я не представляю, как это сложно. Просто невозможно сложно. Я знаю, что я возьму. Я прям возьму с самой середины. Боже, а как это достать с самой середины? А может нет, на нем просто... Вы не представляете, вот я достаю, а он как будто не хочет уходить, на нем груз прям вот так держится и вцепился. Поэтому, может быть, все-таки вот здесь. Да, здесь легко уходит, смотрите, нормально. Фух! Это потом еще сбочка. Мне повезло, мне повезло. А вот кому-то не очень повезло. Чем дальше, тем сложнее. Сейчас крутит Дима, и надеюсь... Мы уже, знаете, можно даже не говорить, какой цвет мы хотим. Крути. Крути и показывай, Желтый. Да! Наконец-то! Желтый, ты проснулся! Дима, аккуратно, раньше времени не разрушь всю конструкцию. Итак, сейчас вот этот его ничего не держит. Да, здесь отличный цвет, отличное место. И Дима отлично справился со своим заданием. Теперь Диана. Крутим. Нашу зеленый. Но зеленый тоже лайтовый уровень, поэтому давай, Диана, уже опустошим его конкретно. Но тоже нужно думать. Давай, какой? На столе очень много освободившихся стаканчиков, а это значит, чей-то проигрыш очень близок. Надеюсь, не мой. Поэтому кручу и быстрее узнаю, какой цвет мне попался. Давай. Красный. Вот из этой серединки возьму, и вроде бы он тоже легко идет. Но все равно страшно. Yes. Это самый страшный челлендж, самая страшная игра, в которую я играла когда-либо. Пожалуйста, зеленый. О, зеленый.
пожалуйста, проще некуда, зеленый цвет взять. Да как хотите. Вот этот, пожалуйста. Крутим. Нет, не надо брать это, мне кажется, это очень опасно для жизни. Давай возьмем какой-нибудь очень красивый, например, вот из этой середины. Доставай. Я знаю. У нас получилось. Зеленый. Красный, желтый мне попался, понимаете? Бери вот этот. Нет, подождите, мне нужно понять, какой лучше взять. Да, возьму, наверное, с этой стороны, потому что этот этаж и так держит. Все. Опасный момент. Блин. За ваше здоровье. Давай, крути. Скачок, кстати, желтый тоже легкий, я вот его боялась. Пожалуйста, подумай о том, что мы должны выйти сухими отсюда. Пожалуйста. Мне кажется, надо вот этот, потому что он только середину держит. Пока нормально вроде идет. Фух. Вот вы не представляете, прямо сейчас. За ваше здоровье. Крути, верти. Но это мне... Крути, верти, ес! Мы сегодня будем сухие. Давай. Это была опасная идея. Молодец. Чем дальше, тем сложнее. Но я готова. Зеленый, пожалуйста, зеленый. Зеленый? Я не хочу с этим мириться. Сейчас все уже готовы на эпичный конец, но я все-таки рассчитываю на то, что можно еще что-то здесь удержать. Поэтому прям очень надеюсь. Я потрогаю все стаканчики и посмотрю, какой из них лучше. Не так стоит сильно. Ну, слушайте, вот с этой стороны еще вроде шевелится. Поэтому, мне кажется, у нас даже может быть успех. Просто увидели это, и все в эту сторону покосилось. Сейчас, возможно, это твой последний уровень. И вообще последний уровень наш, поэтому давай. А может быть еще все впереди. Что фу? Мне кажется, здесь уже ничто не фу. Синий, окей. Если вот тут может подумать, то оно... Ничего не сделает. Дима, это очень опасно. Нет. Подожди. Подумай хорошенько. Все-таки это берешь? Да. Мамочки, Дима, аккуратно, медленно. Просто у меня сегодня точно посидеют волосы. У меня чуть мозг не взорвался. Только теперь не взорвись ты, чтобы стол не упал у нас. Аккуратно. Крутим, вертим. Желтый. Диан, желтый цвет. Просто пощупай стаканчик. Какие из них, может быть, полегче идут? Нет, я не могу. Я ничего так не знаю. Я не могу, говорит. Надо мочь. Посчитай. Может быть, вот с этой стороны. Давай. Вот, Диан, смотри, он вообще вот такой прям легко идет, совсем легко. Давай. Аккуратно. Давай, я тебе помогу. Давай, чуть-чуть сама, помогу. Сама. Держи. Молодец, Диана. Сейчас в душе каждого из нас тешится надежда, что эту джанку можно пройти, не проигравши. Но все-таки мы должны это сделать, поэтому... Смотрим. Зеленый, пожалуйста. Зеленый! Давайте возьмем. Вот этот. Слушайте, даже это уже опасно брать. Вот этот. Крути.
Не смотри, не смотри. Зеленый. Да, Диан, теперь ты, возможно, проиграешь, потому что все, понимаете, просто все, этажа нет. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Желтый. Вот смотри. Вот тут крайний, в серединке, у него даже, он даже не касается. Давай. Я заставлю на себя два кулачка. Молодец! Я готова. Я уже готова и проиграть. Поехали. Желтый. Желтый? Окей. В серединке. Вот. А, вот, да, точно, смотрите. Он вообще не касается. И там еще один. И там еще один. Пожалуйста, слушайте, точно пройдем и ничего не уроним. Круто! Ух! Надеюсь, мне опять желтый тоже. Да, желтый теперь берет на себя роль зеленого и вообще, в принципе, он ничего не решает. Всем что-то желтый попадается, да, мама? Аккуратно. Фух! Дианочка, Дианочка, Дианочка. Ну, как бы, мне кажется, это уже все, конец. Он не касается так. Какая красота. О, кстати, эти два перевернулись. Да, два синих перевернулись. И у нас красные все еще стоят на своих местах. Они просто фундаментально уперлись в свою позицию. Ну, слушайте, а теперь настало время опасного задания. Это та девочка, которая сделала у нас здесь волшебный фонтан из разноцветных красок. И теперь она за это будет отдуваться откусыванием самого кислого лимона. Ты должна в мире. Ты сейчас должна его откусить и не поморщись проживать его. Сможешь? Я не смогу. Большой кусочек. Давай, не морщись, жуй. Жуй. Ничего себе, прилично так откусила. Жуй, жуй, жуй. Жуй. Главное, не морщиться. Все проживала. Вкусно? Слушайте, наказание получилось каким-то слишком легким. Ну, а чтобы... Не кислый? Вообще не кислый. Пока мои детки наслаждаются некислым лимоном, вы ставите очень много лайков. Подписывайтесь на наш канал, если не подписаны. Нажимайте на колокольчик, если вы это все еще не сделали. Ну, в общем, ждите от нас новые крутые ролики. Всем пока, спасибо за просмотр. Я все съела.